привет, это агент, я продолжаю проходить Batman Arkham Asylum. Вот. Спасти задание доктора. Спасти доктора Янг. Только попробуй подойти, Бэт, и я тебя поджарю! Да, конечно. Я. Из нашего доктора крики, пока ты развлекаешься в мирах пугала. Ну и как оно? Узнал что-нибудь о себе? Расскажи, присаживайся, поговори со мной, я весь внимание. Кстати, готов поклясться, что слышал, как Зас отрезает уши. По звуку очень похоже было. Так. Нечего ему тут ходить. Так. Кажется, здесь была еще одна отгадка. Или нет? Так, что у нас здесь? Нет. Там должно быть зеркало. Дальше. Что у нас? Поехали. Стой на месте, Бэтмен! Слушай внимательно! Надо было Бэтмену этого Заса... Еще первый... Еще шаг. В первый раз прикончить. На ту ее кровью в красный покрашу. Я знаю, ты еще там. Скоро услышишь ее прощальную песню. Я ее убил. Бэт меня достанет. Ты что, боишься летучей мышки? Мясник! Не подходи, Бэтмен! Предупреждаю! Да, не подходи, Бэтмен! На твоей совести будет еще одна смерть! Я вижу, как бьется жилка у нее на шее. Чую запах пота и слез, который источает ее плоть. Вот она, сила духа! А теперь прикончи ее! Я должен убить... Чудовище! Чудовище! Мерзкое, мерзкое чудовище! Он никуда не пойдет. Прекращайте. Простите. Пожалуйста, простите. Я видел Бича. Я знаю. Я... Джокер угрожал мне. Я хотела остановить эксперимент. Пыталась вернуть ему деньги. Для Джокера нет ни ответ. Он создает ужасную извращенную силу, которая уничтожит Готэм. Но ему нужна формула, я спрятала ее, но... Значит, у него есть Веном и ваша формула. Господи, у него тонны препарата. В садах есть лаборатория. Она изолирована, но в сейфе старшего надзирателя находятся все коды доступа. Что еще планирует Джокер? Откуда мне знать? Вы думаете, он знает, что говорит? Думаю, он безумный. Ага. Осторожно! Ты монстр! Злой! Злой зверь! Бедняжка, доктор Янг!
помощь! Сделайте! Старый дурак решил, что он и вправду управляет заведением. Вот уж кто у нас псих. Что ж, Бэкс, много людей еще надо схватить. Мальчики, если задергаете, пристукните его, но не слишком сильно. Мистер Джей хочет видеть его на вечеринке. Пока суть до дела, можно улучшение купить. Араку, доктор Янг погибла. Ты нашла какой-нибудь способ обойти ворота? Перед смертью Янг упоминала о секретном заводе. Он спрятан где-то в садах. Протоколы безопасности Уэйн Тек надежно защищены от взлома. Люциус отлично поработал. Двухступенчатая биометрическая последовательность, похоже, генерируется лично старшим надзирателем с помощью секвенатора кода. Который Джокер взорвал вместе с сейфом. Старший надзиратель сейчас у Харли Квинн, и он единственная надежда пройти через ворота. Хорошо, удачи. Так. Проанализируем. Карта заберем всегда это. Помогает тем, кто потерялся. И тут одна отгадка. Так. Это и задание. Отметили? Эй, вы там! Заткнули место! Мы в тоннеле! Трое вооруженных. Харли Квинн только что прошла! Какого черта она таскает с тобой, старика? Может, она любит мужчин в возрасте? Кончай трепаться, ты все испортишь. Блин, да успокойся ты! Скажи ему, чтобы заткнулся, сейчас же! Ты все понял? Да, да, ты знаешь, где меня искать. До скорого. Идиот! Так, они, конечно же, все расставлены в нужном порядке. А, да, черт. У вас, парни, все ништяк. Никаких угрызений совести, хотя он уволок вашего напарника. Вы слышали Джокера? Нашел его. Сюда!
проснись! Черт, он в отключке. Проснись, пой. Проснись, пой. Ищите дальше. Бэтмен, да, слышишь меня? Покажись! Сейчас покажусь. Я прикрою! Я прикрою дверь! Я у двери. Здесь ничего. Да что такое? Ладно, возвращаюсь лучше к управлению на клавиатуре. Отпусти меня, сука! О, малый шарфик сказал плохое слово! Мамочка тебя отшлёпает! Эй, Бэт! Ты идёшь с нами или как? Сейчас, сейчас. По отпечаткам же надо идти, я забыл. Точнее, по следам. Джокер присылает свою подружку и велит сторожить туннель. Мы сторожим туннель. Джокер велит пришить летучую мышь. Мы убиваем мышь. Однажды Джокер велел мне убить родную сестру. И ты послушался? А то. Она мне никогда не нравилась. Ну ты даешь. Кстати, он и мне такое говорил. А я ему отвечаю, мол, у меня и сестры-то нет, а он никак не отстает. Тогда я сел в машину и переехал первую попавшуюся бабу. Кажется, Джокеру понравилось. С ним не заскучаешь. Типа загадочный, да? Ну, в смысле, вы поймите меня правильно. Но он такой! Сворачивайся, идиот! Как девчонка.
еще один вопрос загадочника. Что у нас дальше? Следы. Где там следы? Не там. Может. В принципе, этого хватит. Новый кирпич, металл, краска. Скрыли старый ран. Тело впрыснули новую кровь. Светлые юные умы пришли сюда, и все они поклялись сдержать наши обещания. Все знают. Мы те, кто спасет этот город. Мы знали, что город будет благодарен нам. Так и думал, что приз загадочника. Ну да. Запись сеанса номер один. Имя Виктор Зас. Когда ты его застрелил? Ну я. Пожрать не хочет?
помираю. Он здесь! Так, продолжаю проходить. Закрыт. Где-то должен быть обход. Вот ответ на одну из загадок. Богу, я думал, ты это в 100 раз быстрее найдешь. О, в 100 раз быстрее, чем что? Сразу на загадку отвечу. Что-то они уж больно сильно шумят. Вот еще одна загадка. Чревовещатель. Наконец-то. Стоп! Остановись, Бэтмен, прошу, спаси моих малышей. Вот еще та стерва. Но цветы меня совсем не интересуют. Им больно. Они молят о пощаде. Оставайся на месте. Здесь только тебя не хватает. Бедные малыши. Я вас спасу. Да. Она еще придаст проблем Бэтмену. По
вот еще одна отгадка. Я теряю терпение. Пожалуйста, кто-нибудь на помощь! Вот так вот одна стерва с другой стервой. Не знаю, рыжая. Тебя к мистеру Джею не приглашали. Ну что ж. Пожалуйста. А, какого черта? Так и быть, выпущу тебя. Так, намного лучше. Смотрите, какой чудный бунт я для вас приготовил. Вот так. Освободи меня! Одна стерва выпустила другую стерву, а Бэтмен спасет Шарпа. Он захватил контроль над переключателями управления. Секвенатор кода у меня, но без терминала, который в моем кабинете, он бесполезен. Ваш терминал уничтожен. Дайте секвенатор. Что? Давай, да, давай, секвенатор. Конечно. Ничего не выйдет. Половина кода тебе не поможет. Мы в ловушке. Так. Всегда есть выход. Всегда. И попробуем, взломаем первую. Отлично. Оставайся здесь. Закрой ворота, когда я уйду. Отличная мысль. Нельзя, чтобы человек моего положения попал к ним в руки. Если бы ты знал, какого положения на самом деле. Бэтмен, ты бы молчал. Еще один приз загадочника. Это очень хорошо. И новый уровень. Что у нас здесь? Супер комбо. Так. Гель. Вот это как раз полезная штука. Ну ладно, на этом. Окончено. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Пока.